Мои хорошие, идем с мужем в поисках интернета, чтобы поговорить с семьей, с мамой. Вот. Собрались, переоделись, потому что здесь нельзя ходить, так как на дворе и везде. Посмотрите, покажу вам, какие дома здесь. Вот посмотрите, мои хорошие, как выглядят другие дома. Ну, в этой деревне даже есть улица Алтечит-Джадеси. Смотрите, как люди некоторые бедно живут здесь. В таких старых домах, землянках. Здесь у наших соседей есть интернет. Плохо очень, но одно видео мне, чтобы загрузить на YouTube, надо ночь. Вот посмотрите, мои хорошие. Вот так вот здесь живут, представляете, в таких землянках. Ну, машины зато имеют, тракторы. Детки. Вот рядом вот и коровы, и собаки, и утки, и гуси. И ужасные дома, если честно. Я была в шоке, поражена. Столько мух. Вот коровник рядом, и как детки играют. Еще раз покажу вам, как раз пришла, воспользовалась своим интернетом, делами. И вот сейчас идем, возвращаемся домой. Вот посмотрите, бабулька какая-то. Настоящая деревня. Видите? Детки не знают, чем заняться. Здесь, конечно, скучно. Сами себе придумывают дела. Так, а здесь вот в этом доме живет тетя моего мужа. Вы знаете, как вот... Ну, не такой двор, как вот у нас хороший. Пусто. Цветов нету. Вот мы пришли домой. Посмотрим, что тут делает. Сегодня я решила... Нам сливой угостили родственники. Я сказала свекрови, вот не кушаем, зря пропадает варенье вкусное. И вот моя свекровь, мы быстренько, я так все почистила. И картошечку варит, видно, она уже отставила варенье. Вот видите, как картошечка. Я тесто приготовила, она попросила меня. Сегодня мы точно будем готовить лахманджун. Жизнь в деревне. Конечно, жизнь в деревне, знаете как, не для каждого. Потому что человек привыкает... Я, например, всю жизнь прожила в городе, и для меня жизнь в деревне... Я могу приехать отдохнуть на какое-то время, но это не для меня. Мне нравится суета городская, такая жизнь кипит, где нужно что-то делать, где можно, где город дает возможности что-то делать, самореализоваться. Здесь проблема. И интернет. Интернет для меня это вообще... интернет все, мне кажется. Я сейчас иногда отдыхаю, и действительно мне не хватает. У меня депрессивное состояние от того, что у меня нет интернета. Но я поджакбершеек, то есть делать больше нечего. Надо выдержать мне, побыть с родителями, потому что они тоже скучают по своему сыну. Может, по мне-то не скучают, но по сыну точно скучают. Тем более он сейчас в отпуску, не работает мой муж. И времени у него достаточно. Они обижаются, конечно, что мы не приезжаем, поэтому мы вот выделили вот такое время для них. И сейчас мы с ними. Моя свекру, цветочки. Там все время возится с цветами. Угу.
Она такая у меня шустрая. Обучает меня всему. Знаете, как она любит мне дела давать всегда. Это хорошо. Это сделай, это сделай. И сама же помогает. Речелы хазыр? Так, мои хорошие, турецкая невестка в моем лице. Это я зависела тесто. Будем делать бурейки с картошкой. Потом. Вот так вот жизнь деревни такая. А что делать по-другому никак? Начали мы делать бурек. Принцесса готовит тесто. Здесь у нас вот с картошкой. Бирасьетка. Подойди поближе. Мой муж снимает. Одна начинка, вот вторая. С сыром. Сыр, лук сырой и петрушка. Свёкор вот готовит огонь. Так сидим на таком. Ковру мне очень трудно, кстати, сидеть. Вот сейчас буду помогать. Поближе, чекашкам. Вот так делается бурек. Печется. Всей семьей готовим. Покажи, вот где это делается с сыром вот, в виде треугольника. А это я буду делать сухма, называется, с картошкой. О, не гюзель олду. Хамбургюзель. Моя свекровь как сидит, я не могу так сидеть. Мучаюсь. Надо привыкать еще к этому. Ноги у меня. В общем, мои хорошие, вот такие вот вышли у нас буреки с сыром и продолжаем делать. Чем? Вот мой. Ой, в дыбу задохнулась. Мой свекор, свекруха. Ой. Такая у нас дружная семья. Так, свекровь делает намаз. Друзья мои хорошие, я сейчас вам покажу, что какие молодцы, они отпустили собаку. У меня аж душа болела, знаете почему? Потому что кто-то ее привязал, а она бедная с утра гавкает, гавкает. Я хотела сама сейчас пойти ее отпустить, накормить или что-то. И вот молодцы, мой свекор такое доброе дело сделал, спас эту собачку, отпустят ее сейчас. Потому что очень жалко такую жару, она весь день привязанная в огороде. Бабаджим нерде, аферин сини, аферин. Вот она собачка. Суверим бе он уж. Эвет эвет, бир таких. Верим су. Су. Посмотрите. Ой, как она бежит. Аферин сини. Чего? Табеки чеджекашки. Янмыш язды кури. А бугачку не усушили. Алло, бас. Al oğlum ha. Güzel, şimdi gelirse uzunca. Lan yenge. Kapıya varınca
Bunu belki arar birisi. Arıyor da belki. Yazık ya. Hayvanlar da susamış. Çok iyi bir köpek ya. Allah gider sahibi. Bunun ciğeri yanmış ya. Ay yavrum bağır bağır. Acil ölüm. Bak, dün ekmek getirirken ben... Amcam verdi. Benim arkamdan geldi buraya kadar. Zinciriyle. Kokusunu aldı ya lahmacun getirirken. Ondan sonra köpek bu tarafa geçti demek. Yanmış hayvan yazık ya. Çok susamış. Çok. Ölecekmiş tabi ya. Gitti как она спасли собачку. Да içi o gördün mü? Ya bu hükmetle diyor bağlamışlar adamı. Bilmiyorum как она пить хочет. Kaçıyor içti. Zincir takılınca akasını dalına. Bari zincirini çıkar. Спасение собаки в деревне. Мы герои. Hadi gidelim. Biz герои. Daha içecek yazık ya. Sıra dvoyrodny moyego moy svekor. Getirin getirin. Getirin lan yanmış köpek. И вот наша вся команда. Это племянница. И еще гели жипи до боязина. Да как гели держится? Эли кипсит. Зинчири да. Ой, а бахумлы köpek. Да. Еще зинчири взять и джару демеде. Пол ведра она выпила. Она и выла уже. Я уже думала, что кто-то умрет. Ну вот видите как. Ярым içti. He, yarım kovası içti. Yanlış yazık. Kahraman sin, kahraman. Tam kahraman. Bak şimdi ekmeği yiyor. Napila, сейчас хлебушек будет кушать. Голодная. Tam ya şimdi ekmeği yiyor lan. Olsun o, olabilir. Olsun o, sonra içecek. İçer mi? Evet. Ekmeği şimdi yiyor amca. Ay. Ekmeği yiyor. Asla getirmek mi? İç. Amca ekmeği ne yaptın? Ekmeği yiyor. Ekmeği aldı. Oraya attık. Nereye attın? Oradan aldık. Ya. Al ol. Al ol. Al. Bir хлебi не напьется. Büyük hayır yaptı. İç, iç. Azdaroğlu. Karnını doldurdu suyla. Çok susamış ya. Ölecekmiş, ölecekmiş. Şimdi normal hakayı. Şimdi problem yok mu? Hadi. Normal ya, normale döndü. O şimdi anlanır evet, yani. Getir amca. Dur oğlum. Сейчас ему хлеб тоже принесут. Hadi satacak mısın? Hemen nasıl yiyor amca? Dur. Kaç la. Kaç. Dur. Korkma, боится. Korkuyor. Korkuyor amca. Удаёр, удаёр. Как жалко, такой голодный пёсик. Hadi gel gidiyor. Всё. Сейчас сняли ему этот ошейник и вот такие вот герои. Ну, а я пошла сейчас чай угощать чаем. И как раз пирожное сделала. Вот есть оно в моём. Очень лёгкий рецепт. Быстро, быстро. Как будто гостей чувствовала, что придут. Друзья мои, вот такой обед я сегодня приготовила моим любимым родителям. Посмотрите, салат чобан, плов сделала булгур с овощами, фасолью. Вот так вот, так у них все свежее, все со своего огорода. И огурцы, и помидоры, все у них со своего огорода, мои хорошие. Такой обед мы сейчас будем кушать. Сегодня воскресенье. Мы сегодня ничего так не занимаемся делами. Я сделала вот маникюр-педикюр поменяла. И вот занимаюсь только с семьей.